Друзья, сейчас мы находимся в одном интересном месте. Находится он недалеко от города Клайпеда, это Литва. И чтобы было понятно, где-то примерно 30 километров от Паланги. Когда едете отдыхать в эти места, неплохо бы заскочить в мини-зо. Чем интересно мини-зо? Один крестьянин, который занимается производством сельхозпродукции, у него дела явно не шли. И тогда пришла ему в голову идея купить белых тигров-альбиносов. И вот повезло же мужичку, они у него в неволе родили маленьких тигрят. И тогда он предложил всем приезжать к нему, как в зоопарк, брать на руки маленьких тигрят и с ними фоткаться. Эти фотографии по интернету разошлись с нереальной просто скоростью. Вот. И с тех пор каждый, кто сюда едет, Палангу, Клайпеду, дельфинарий в Литве, все заскакивали сюда. Смотрите, что сделал этот крестьянин. Вот это вот все, это не аэродром, это место для парковки машин. Мы приехали в 9 утра, она практически наполовину забита. И сейчас вместе с вами отправляемся в это мини-зо и посмотрим, есть ли там что-либо интересное. И поможет мне в этом моя замечательная соведущая. Да? Там не очень дорого. Не очень дорого? Сколько стоит билет? Взрослым 5 евро, от 0 до 2 0 евро, до 2 до 3 евро. Ну, у нас уже касса, сейчас все проверим, уточним. Да? У нас 20 евро получается. Ну, пошли. Мы на кассе и выясняем, что у них нету кассы семейного билета, что очень плохо. Вот. И вход на нашу семью обошелся нам 16 евро. А что здесь надо посмотреть, куда идти? Вот туда, там, через ворота. Ага. Играть два. А туда можно? Один. А туда можно? За определенные деньги, может, можно. Здесь голуби сколько белых. Белые голуби, да? От хозяева же. Так, здесь такие валерчики, здесь бегают кенгурушки, голуби, а вот здесь что-то у нас летает интересное. Ну, пока не видно, что... А, кенгуру к нам пришло. Обзорная площадка, где все фотографируются с тиграми. Это 6 белых амурских тигров вот здесь расположено. Ну, на самом деле, количество тигров здесь позавидует любой зоопарк. Их тут нереально много. Вот не беру считать, но что-то так навскидку больше 20 штук, и все абсолютно разные. Вот выращивать поросенка, оно невыгодно, а выращивать тигра, видите, какой приносит доход. Лев! Привет! Лев! Прикольный аттракциончик. Здесь можно в таком маленьком парке взять маленьких тигрят, альбиносов и простых, тут, наверное, штук 5 их, и с ними пофоткаться. Но это стоит отдельно 20 евро с взрослого, 10 евро с ребенка, чтобы побыть здесь минут вместе с тигрятами один на один. Вот. А количество тигров здесь больше 20. Здесь можно и маленьких рысят, и маленьких тигрят, и кого-то только нету, и всегда есть маленькие. Вот в этом основной прикол, то что зоопарк, в котором можно внутрь заходить в вольер и играть с животными, вот такое есть, наверное, только в Литве.
Такая же ситуация здесь и с ламами. Если лама, то их опять целое стадо. Ее можно вон брать вот так вот и гладить. Та же ситуация. Блин, подходишь, вот прям вот так вот берешь их и гладишь. Вот они, красавцы. Возьми быка за рога, да? Опять тот же самый вариант, когда можно взять бычка за рога. Такого здорового. Он помогает нам нести. Да я им Можно купить заодно ее ведро и этим хлебом всех кормить можно. Да. И козов. Очень прикольно в частных литовских зоопарках то, что там всех животных кормить можно. То есть дают они сами еду, чтобы не приносили что-то другое. И это очень приятно. Ты потом руки свои понюхай, и тоже будешь кайфовать 10 минут. Дайте нам кусочек хлеба. Поменьше кусочки давайте, ей легче жевать, и вам больше хватит. Ломай пополам. Альпака. Фу! Фу! Смотрите, как прикольно, можно подойти вот так вот к верблюдам и кормить их вот так вот. Их не то чтобы один какой-то там верблюд где-нибудь на побережье в Турции. Здесь все в масштабах. Если верблюд, значит верблюды стая. Если львы, значит львов стая. Ну и так все кучами стая. На, заслужил, красавчик. Вот как прикольно, можно селфиться с ним, так как будто бы ты на, вот без клетки прям вот, видите? Он меня зубами бесил. И можно селфиться с ним и кормить их. Куда ты лезешь, маленький мой, маленький? Он меня кусил зубами. Прикольно. Да? Не больно, но да, я вся в слюнях. Так что приезжайте в Литву и подписывайтесь на наш канал. Он линяет. Ты линяешь? Вот видишь, у них линяющие. Можно видеть, как развивается это место. Ну, гигантские просто вольеры для клеток. И уже десятки, наверное, тигров и львов. В том числе амурских, которых там где-то в России берегут на уровне государственной программы. А здесь просто частник, крестьянин посчитал, сколько стоит вырастить бычка или свинью, и посчитал, сколько стоит вырастить тигра, и решил, буду выращивать тигров. Если в день, вот сейчас, на вскидку, больше 100 машин, из каждой семьи по 20 евро, ну, можно представить себе, какой доход в сутки приносит такое мероприятие. Просто частный зоопарк на частной семейной ферме.